Петр Порошенко разрешил иностранцам служить в украинской армии. Глава соседнего государства сегодня подписал соответствующий закон. Согласно тексту документа, ряды военных контрактников могут пополнить и лица без гражданства. По мнению наблюдателей, таким образом власти Украины пытаются заткнуть брешь, образовавшуюся в результате провала мобилизации. План по набору призывников не выполняется. Люди боятся, что их отправят в Донбасс, хотя там и установилось перемирие. Но депутаты Верховной Рады, принимавшие этот закон, ранее заявляли, что с появлением легальных иностранных наемников вооруженные силы получат несколько боеспособных и мотивированных к службе подразделений.